Всем привет, с вами компания «Электромотор». Сейчас мы вам хотим показать, на что обратить внимание при выборе покупки баллона. В принципе, конечно, сам баллон и вентиль. Значит, вот перед вами выставлены баллоны. Это сейфгаз у нас все идет. Композитный и два металла. И белорусский, новогаз. Значит, смотрите, начнем с новогаза. Да? То есть здесь обычно идет латунный вентиль, но, как мне сказали, что я бы его не назвал вентилем. В общем, он перед вами, то есть, в принципе, да, он латун, но сверху обычная металлическая крышка. То есть, в принципе, сделан, как вам сказать, как вот раньше делался, надежный, но вы его будете менять в скором времени. Далее, сейфгаз. Здесь идет полностью латунный вентиль. Видите, нет металлической крышки обычной, он идет полностью из латуни. Идет удобная крышка сверху, которая, то есть, в принципе, если сравнивать, вы, наверное, этого на видео не увидите, но если вот как бы даже вручную по ощущениям, то здесь намного лучше, потому что он выполнен полностью из латуни, он даже сидит более, можно так сказать, увереннее, то есть все крепления, все это есть, как бы сделано реально на заводе, то есть хорошо, оно не подогнано просто. Поэтому, в принципе, выбирая баллоны, как раньше мы все привыкли покупать, дайте мне белорусские, компания «Электромотор» рекомендует вам обратить внимание на баллоны «Сейфгаз». Они реально классные, как утверждает производитель, что даже бросив баллон со второго этажа, с ним ничего не случится, он не разобьется, не взорвется, ничего. Ну, как бы мы не рекомендуем это делать, но так утверждает производитель. Белорусский, конечно, идет, если по весу сравнивать, то, в принципе, одного веса может быть, это я взяла два 12-литровых, просто для сравнения. В принципе, по весу, может быть, даже китайский будет и тяжелее, но что хочется сказать. Во-первых, очень классно, смотрите, видите, объем один и тот же, но он идет ниже, он идет компактнее. Поэтому, в принципе, вам не составит труда поставить в любую тумбочку, там, под плитку, под что-нибудь такого плана. То есть, вентили обращаем внимание, сам внешний вид, даже качество краски, плотность металла идет лучше у сейфгаза. Дата выпуска, приехали новые баллоны, 18-19 год. Гарантия, все соответствует. В общем, по вопросам покупки баллонов для дачи, для загородного дома, либо вам вообще нужен баллон, обращайтесь к нам в компанию «Электромотор». Контактный телефон 53038. Все баллоны сертифицированы в Украине.